Не вопрос есть. Какой? Против соперника, который всегда ближает, как на двух сетах. Ну, потому что бегать это трудно. Еще они считают, что первые... боксер, который... Если ты от него посмотри, Алим, если ты от него посмотри на меня. Если вот ты, да, вот такой боксер, ты вот идешь, а я только бегаю, да? Но посмотри, как тебе будет тяжело на меня идти, пробуй на меня идти. Если я буду тебя на кулаках держать. Понимаешь? Ты будешь кидаться, еще что-то. А моя передняя нога будет там. Я тебя буду на кулаке держать. Любая твоя остановка, я буду туда сразу входить кулаками. Это уже другая действие. А если ты просто заднюю включишь и будешь ждать, пока он кинется, он наоборот тебя догонит. А ты его держишь все время на передней руке. Постоянно, как только он встал, наоборот, туда сразу атака идет. И поверь на слово, человек, который идет через твои кулаки, он очень сильно устает. Конечно. И к тому же, это ты заставляешь его идти сюда, не он тебя гонит. И в какой-то момент у него психика поломается, понимаешь? Он раз не успел, два не успел, 3-4 раза не успел, понимаешь? И везде, куда бы он ни дергался, он встречает кулак. Хорошо? Тоже как вариант? Ну, а нет-нет, да как сел, как дал. Хорошо. Спасибо. Все, ребят, стоять.